Это Panasonic Lumix, а это DJI Phantom 3 Standard. Эти устройства я вам расскажу в следующий раз. А сегодня мы просто потренируемся. У меня был 5-дневный перерыв. Я последний раз тренировался в субботу. Очень жалко, конечно, что я пропускаю тренировки. Я очень хочу подготовиться к большому кубку или Гераклеону. Ну, короче, куда возьмут, туда и подготовлюсь. Забыл кофе в машине. Вот так вот. Короче, летний соревновательный сезон уже наступает на пятки. Надо готовиться быстрее, чтобы не профукать его. У меня нет цели что-то выиграть. У меня есть цель получить удовольствие от соревнований, посоревноваться. Вот мою камеру увидел мужик и удивился. Даже остановился, чтобы посмотреть на меня. Я бы сам остановился посмотреть на такое чудо, как я. Вот сколько я живу в Нижнем Новгороде. Я за эти 5 лет или 6, я еще не видел никого с камерой в руках на штативе. Да, Вань, ты качаться опять? Да. Блин, у меня подбородок второй появился, ё-моё, надо худеть. Давай. Что? Не ругайте меня за автофокус, я его не настроил, потому что тут все по-английски. Но я настрою. Вот. Сейчас взвесимся, посмотрим, сколько мы весим. Как-то камеру поставить. Короче, без камеры взвешусь. Цифра очень печальная. Я думал, она будет поменьше. Я не буду скрывать. Это ужас. Это просто жесть. Я был месяц назад 90. Теперь я на массе. Я вам обещал рассказать про тренировочную программу, но у меня так и не получилось ей следовать, и поэтому я вернулся к своей старой программе, на которую вы можете сейчас посмотреть. Я добавлю ссылку в описании. Я не могу сказать, что эта программа хороша или плоха. Я писал ее лично для себя, для своих нужд, для своих слабых сторон. Там всякие ноги к турнику, отжимания в стойке, все, что у меня плохо получалось. Давай еще не видно. Привет, мужики, всем. Как дела? Почему мужики-то? Там девушки тоже смотрят вообще. Да? Девчонки. Ну, в общем, посмотрите, если вам интересно. Если не интересно, не посмотрите. Давай. Опять не влез в кадр. Сейчас толчок со стоек. Я не люблю толкать в кроссовках. Я не люблю толкать снаружи стоек. Все заняли приседуны от 80 до 90, плюс 2,5 каждый подход. Нормально, тяжело. Ну а что толкать-то, ё-моё, меньше своего веса. Ё-моё, бицуля. Долго качал? Месяц. Месяц? Где можно купить программу тренировок? По поводу питания сказать. Давай. Сало, огурцы. Белок, это желток. Он содержится
в сале, огурцах и хлебе. Вы знаете больше, чем нужно уже. Больше мам ничего не скажет. Ставлю ему 14 раундов по 2 минуты. Взятие на грудь, ноги к турнику, подтягивания и отжимания на кольцах. Знать, бежать прессом и не тренироваться. Уже устал, блин, два круга сделал. Фокус, где ты? Надо тапку поиграть все время. Короче, я не знаю, подскажите мне, как настроить этот фотоаппарат. Все, пошли, короче, работать. Я иду за посылочкой в почтомат. Короче, я заказал себе фотосумку и пауэрбанк. Почему ты не фокусируешься? Получение. Ваша ячейка находится вот там. Ну-ка. Ё-моё, а чё какая маленькая? Берем, короче, коробку. Иди сюда. Все, забрали. Открывать не буду. А хотя, что-нибудь сейчас открою.